Всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и мы продолжаем гонять в Urban War 5 Empire. Так вот, обновление вышло эксклюзивно для яблочек, так что будем первыми тестить новые миссии. Да, кстати, для апгрейда на пятую эпоху, которая также будет доступна в обновлении, надо потратить 600 свитков. У меня только 98, поэтому, возможно, будет после того, как мы пройдем всю эпоху, еще один перерыв. Вот такие дела. Хотя, я не знаю, я наверное, не буду выпускать как проклятый пулемет какой-нибудь миссии. Где-нибудь, наверное, по одной, по две в день. Потому что сейчас сессия, да. Так как в октябре гонял, не получится. Ну что, ацтекская династия нас с вами ждет. 125 медалек за прохождение. Неплохо. Окей. Хвастаться новыми генералами смысла нет. У меня новых генералов нету, потому что, ну, довольно ущербные кандидатуры тут. Единственные хорошие генералы, которые могут тут быть, это, наверное, русские бюджетные хорошие генералы. Это Петр и Екатерина. Вот они. Петр по 750 и Екатерина 125 тысяч денежек. У меня ноль, потому что я по собственной глупости всякие разные здания возводил. У меня еле хватило на переход на новую эпоху денег. Вот так вот. Ну, что ж. Остальных я всех проапгрейдил до новой эпохи, так что поперли. В принципе, у меня все те же личности. Ингская империя. Два здания раздолбать. Три. И бонусная миссия там еще какая-то есть. Ну хорошо. Поперли. И надо еще свое там удержать. Свою позицию. Ну пошли. Пехота, как обычно, идет в разведку. Интересно, а почему у инков, по-моему, мушкетеры какие-то похожие на, ну, вот эти вот чуваки. Они как-то на конкистадоров смахивают. Это странновато выглядит, если честно. Меняем ход. Быстренько пропущу. Тут испанцы где-то имеются. Возможно, они приплыть могут. И поэтому надо двигать булками. Поскорей. Так, Цезарь Салат походил. Кавалерию шмякнем. Ну, кавалерия ваншотнулась вообще. Нормально. Так, не стоит забывать, наверное, о принцессах, которых можно назначать тут. Доход давай с городов и регенерацию. Меняю ход пока. Испанцы пока тут ничего не делают. Это хорошо на самом деле. Чингисхан поплыл за орденами. Так, и тут у нас еще чуваки с винтовками появились. Блин, откуда у инков винтовки? Сами подумайте. Тут где-то, конечно, испанцы есть. Но, блин, где? Интересно. Так, кстати говоря, имеет смысл, наверное, Александра и Чингиса высадить тут, вот там. Тут можно высадиться в пальмах. Вон, смотри. Сейчас мы только генералу наваляем.
и поплыли за орденами. Зданию пока ничего не угрожает. Цезарь-салат тут выпилил кое-кого. И мы ход меняем пока. Что касается испанцев, они все еще аутируют где-то. Так, сколько у вас хп, милые друзья? 500. Блин, чё так слабенько атакуете? Какой-то урон занерфленный. Можно еще одну принцессу назначить. Вот так вот, наверное, сделаем. И этих чуваков отправить можно сюда. Меняем ход. Так, тут какие-то мракобесы появились. Во, Колумб нам тут рассказывает. За Жезу поясняет. Угу. Так. Давай-ка тут шмякнем вот как. И Вашингтон начнет мочить по Кахуте. У него арбалетчики. Так что нормально. И здесь я... О, еще принцессу можно будет приобрести. А, нет, это у меня тут назначенное уже. Понятно. Меняем ход. Испанцы поперли вообще там, где, я так полагаю, особо будет не жестко. Это хорошо. Так. Мы способность используем. У Цезаря тоже не пренебрегай способностями. И давай Наполеоном вот так вот. Там еще какую-то хрень поранили. Это отлично. Так, и приобрету... Ой, я хотел у конкистадоров еще приобрести. Меняем ход. Подплывает потихоньку Христофор Колумб. Так, это явно тот случай, когда ты не очень хотел бы, чтобы Колумб открыл Америку. Все, Цезарь решил все проблемы. Вашингтоном мы тут попробуем захватить городок ради бонусной миссии. Так, Сулейман еще может тоже атаковать. Не, это щуту. Да, я щуту энд. В этой ситуации. Все, там мракобесы всякие высаживаться начали.
Так. Вообще какой-то мясной хрен тут. Но Чингис. Чингис может, в принципе, неплохо пробиться тут. Сейчас. Выполняю бонусное задание, получаю пистолет. И пока заканчиваю ход. Вроде пока no problem. О, Сулейманом вот так вот сейчас зайдем. Мракобесов этих перебьем. И в следующем ходу, думаю, будет у нас с вами праздник. Чуть-чуть поганили здание. Сколько у вас ХП, милые друзья? 338. Так, подойдем. Все. Прелестно. Почти без проблем. На этом пока все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте плюсы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.